За нами хвост. Что? Черт, я сейчас. Милый, держи прямо. Это называется уход от погони, любимая. Держи прямо. Машину качает во все стороны. Как этот придурок ей управляет? Милый. Трансмиссия кошмарная. Да, я сяду за руль. Я сам. Пусти меня. Пусти. Я всегда ездила на таких машинах. Я же домохозяйка. Ладно, давай. Давай. Даю? Давай. Сейчас. Должен тебе признаться, я уже был женат. Господи Иисусе, ты что, с ума сошла? Что с тобой? Это ты меня довёл. Это было в Вегасе по пьяни. Еще лучше. Прекрати, прекрати. Намного лучше. Перестань, молодец, хватит. Молодец, Джон. Хватит. Чтоб ты ее убила? Конструкция дверей. Знаешь, солнышко, тебе бы только критиковать. Можно подумать, ты говоришь правду. Джон, мои родители погибли, когда мне было 5 лет. Вот как? А что за дядька тебя тогда замуж выдавал? Нанятый актер. А я говорил, что видел твоего папу в телешоу «Остров фантазий». Я знаю. Я больше не хочу это обсуждать. На мушке? На мушке. Внимание. Давай. Нам теперь придется заново узнавать друг друга. Я еврейка. А я-то дурак, привел на свадьбу настоящих родителей.